Всем привет! И сегодня в нашем видеообзоре настольная игра «Веселый шарик» от компании Томми. Настольная игра – это веселый и полезный способ провести время. Данная игрушка предназначена для детей от 5 лет. И она точно понравится детям постарше, поскольку для ее прохождения понадобится немало ловкости и умения. Игрушка изготовлена из пластика и металла. Для ее работы не нужны батарейки, она механическая. Размер игрушки 33 на 26 сантиметров. В комплект входит два металлических шарика, пластиковое кольцо и таймер. Кольцо создает дополнительное препятствие для шарика. Ну а с помощью таймера можно засечь время прохождения препятствий. Для начала нужно поместить шарик в лунку с правой стороны. Снизу находятся рычаги и кнопки, которые позволяют управлять рядом препятствий. Суть игры состоит в том, чтобы доставить шарик с одного берега озера на другой. Главное, чтобы шарик не упал и его не съел крокодил. Настольная игра не только подарит радость и удовольствие, но и будет развивать у ребенка внимательность, усидчивость, координацию движений и мелкую моторику. Пожалуй, на сегодня все. Пока-пока!